дождь и видел разливы, как будто Россию обнял. Майский вальс, «Смуглянка» и, конечно же, День Победы. Концерт под открытым небом для ветеранов на 13-м округе устроили военнослужащие 102-й отдельной бригады материально-технического обеспечения и артисты управления МВД по Бурятии. У нас еще планируется мероприятие в нескольких спальных районах, там, где проживают ветераны в настоящий момент. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Мы стараемся как-то их порадовать в эти праздничные дни и привозим концерт, как говорится, надо. Во дворах округа номер 13 для героев играл даже оркестр 11-й десантно-штурмовой бригады. Праздник для всех жителей был организован при поддержке депутата Народного Хурала Ларисы Николаевны Крутиян. Екатерина Листратова, новости дня.